Это будет важно для профилактики РПП, особенно ваших детей, у будущих или уже существующих. Первое. Это эксперимент 18 или 17 года с детсадовскими малышами. Некая Холмогорова. Журнал то ли «Листик психиатрии», то ли еще какой-то. Холмогорова и соавторы. Очень интересный эксперимент, который показывает, насколько сильно влияние культуры на молодежь. Что они делали? Они брали вот этих 5-6-леток в детском саду и предлагали 10 кукол. 10 кукол на выбор, причем куклы были специальные. И предлагали, чтобы девочка взяла себе 5 самых понравившихся кукол из этих 10. Ну, значит, первая она берет самую симпатичную, откладывает себе, потом берет следующую самую симпатичную, откладывает себе и так далее. В чем особенность этих кукол? Это куклы были, знаете, вот там эти феи Винкс, куклы Барби, еще какие-то всякие разные. И только одна кукла из 10 была куклой, которая имитирует реальные нормальные пропорции взрослой женщины. Вот обычный такой, ну, условно, средний, нормальный такой. Может быть, с каким-то целлюлитом, там, может быть, с неидеальной талией. Что получилось? Большинство детей вот эту куклу, которая имитирует реальные взрослые размеры и пропорции женщины, вообще не выбрали. И только у некоторых она была где-то там на пятом месте. На пятом. Первые 4 места стабильно занимали куклы с искаженными пропорциями тела. Очень грустный вывод из этого исследования такой, что пока мы, значит, занимаемся какими-то возвышенными вещами, наши дети через куклы, через мультики, через вот эту индустрию СМИ впитывают неверные образы тела. У них в голове запечатлено, да, какой должна быть женщина, к чему нужно стремиться, у девочек, по крайней мере. И потом они об этом говорят, что нужно худеть, нужно перестать жрать булки, не надо есть сладкое, чтобы быть такой, как эти куклы. Это предпосылки к РПП. Следующее. Опять же, по данным наших коллег Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, жирные разговоры вот с детьми и подростками. Жирные разговоры – это то, когда обсуждают еду, что здесь много калорий, что тебе не надо бы есть вот столько булок, а то жопа будет толстой, особенно когда это говорят девочкам и девушкам. Когда обсуждают чьи-то формы тела, а вон посмотри, баба Маша какая толстая, она мало двигается, много жрет, вот будешь так же есть, будешь такой же, как она. Одни только эти разговоры в семье повышают риск развития РПП почти в 2 раза. Какой отсюда вывод? Если вы хотите говорить с детьми, важно, чтобы этих разговоров не было. А как тогда говорить про тела? Никак. Я тебя люблю такую, какая ты есть. Точка. Если вы запрещаете что-то есть дома, особенно когда ребенок ходит в школу, что будет делать ребенок? Конечно, он будет есть это там. Если вы не будете давать ей деньги, она найдет, она будет просить подружек, она будет есть эти чипсы, она будет есть эти булки, она будет есть эти KFC и так далее, и так далее. Любые запреты действуют только в противоположную сторону. Если вы будете говорить, что она толстая, что ей нужно есть поменьше, она может вначале показать какие-то отдельные анорексичные симптомы, чтобы попытаться с этим справиться. А когда ей будет 30, 35, 40 лет, она может показать булимическую симптоматику. Есть такой еще феномен, как дрейф РПП. Иногда у людей при тщательном анамнезе мы выявляем, что в молодом возрасте были ограничения пищи, был вес какой-то, может быть, не совсем анорексичный, но близкий к нижней границе, а месячные были нерегулярные. А в 35, как начала есть, ест. Диетический опыт, особенно когда мама с дочкой, там бабушка с дочкой, а давай мы с тобой сядем на диету. Это провокация РПП, вот не надо этого делать. И обратите внимание, СМИ, соцсети, вот особенно в соцсетях есть вот эти группы типа 40 килограммов, эстетика анорексии и так далее. Надо поганой метлой гнать детей оттуда. Потому что там они поддерживают, очень сильно поддерживают друг друга. И эта идея быть энергетичными, она прямо опасна, реально опасна. И нужно всеми силами стремиться, чтобы дети не находились там. Вот про профилактику РПП.
Ну и еще один факт, который здесь не написан. Я забыл написать, но я про него помню. Индекс массы тела. Индекс массы тела. Так, чтобы вы знали. У нас очень много исследований сейчас, врачей ориентируют на индекс массы тела, что индекс массы тела 19-25 это норма, 25-30 это предожирение или избыточный вес, 30-40 ожирение первой степени и так далее. Да. Эти данные есть. И вот приходит женщина, и взвешивается, и терапевт говорит: «О, тебе надо похудеть, потому что у тебя вот индекс массы тела 29». А в норме ты должна весить вот столько-то, чтобы у тебя индекс массы тела был 25 хотя бы, 24. И вот женщина опять начинает худеть и пошло и поехало. При этом, все забывают о том, что индекс массы тела, во-первых, он был разработан страховщиками прошлом веке. Изначально его создавали на белых, здоровых мужчинах, только на мужчинах. Он не подходит, ну, вот эти вот градации не совсем подходят для женщин. Там нужно делать большие изменения в сторону и учитывать расу человека. Очень важно. Возраст. Это раз. И второе. Индекс массы тела. Считается, что в норме индекс массы тела должен быть, да, до 25. 19-25. В норме. При этом максимальная продолжительность жизни, я смотрел, видел такие исследования, у мужчин ассоциирована с индексом массы тела 27-29, то есть это явно за пределами нормы. Ну, это вот в графе предожирения у мужчин. А у женщин 29-31. То есть это вот там, начальная стадия ожирения 1. Да? Избыточный вес, ожирение 1. Вот так. Максимальная продолжительность жизни, связанная с индексом массы тела, который не лежит в пределах нормы. Как расценивать этот факт? Может быть, это означает то, что в том числе наш вес во многом определен генетически. Может быть. С одной стороны, всю жизнь кто-то может работать над собой, стремиться держать себя в ежовых рукавицах, все время жить в напряжении и держать там тело, вес, ну, в каких-то пропорциях. Может быть, есть смысл немного расслабиться, получать удовольствие от себя, от жизни, просто посмотреть на это другими глазами. Да, иметь сколько-то лишних килограммов, но спокойно есть то, когда как хочешь, не переживать по этому поводу. Да, но не набирать вес, конечно же. И жить долго и счастливо.